Всем привет, с вами Мега и Алекс. Мы продолжаем играть в Dead Rising. После того, как мы победили Йогу, мы должны отвезти Диего к самолету, которого у нас нету. А где Диего-то? Да, и у меня опять не стреляет. А ты попробуй другие кнопочки. Это ты или я был? Во, они улетают так прикольно. Так я... А, мы на базу едем обратно. На, эти зомби, просто кишки у них отрываются. Все разрывается. Не в того метишь. Не в того метишь. Лост пердидос. Опаньки. А что, она... Вот делать нечего, да? Рисовать. На самолетах. На самолетах, да? Когда зомби апокалипсиса, 4 дня осталось до атомной бомбы Лос Пердидоса. Ух ты! Нормально, да, она его всего покрасила. Она за день бы его не покрасила бы. Ты уверен, что он себе? Потому что в стекла не закрасил. Его что-то опять колбасят. Наверное. Чего у него там чешется? Он, походу, делал точно это. Пердидос. Да не мылся давно. Мексиканцы, они такие. Такие глаза серьезные, и шнобель такой торчит. Генерал собирается лично осмотреть периметр Лос-Пердидоса и проконтролировать спасательные работы. Лос-Пердидоса. Господи, куда этот мир катится? Дорогой, мне надо сообразить, куда? Где достать туда. Нужные детали. Дай мне пару часов. Так, все, мы идем гулять. Место, пока Ронда исследует. А, вот, подожди. А что, на этом вот, можно вот оружие ездить? Есть, кстати. Нет, нельзя. Понимаете, маслом. Так, подожди, ой, я нашел здесь брюки. Во, так, пободрее будет. Это поможет. Только латы остались. Так, ну пошли осматриваться. Ну, если она говорит посматриваться... Ну, пойдем, да. Я так понял, типа, пока отдыхайте. Что-нибудь проходите, так, что ли, получается? Ну, пойдем, ну да. Я бы съездил еще одного какого-то мини-босса бы побил. А его нету. Вот да. Так, подожди, мне нужно. Нужно. Ой, не так я хотел это все комбинировать. Я тут делаю динамясо. Динамясо. А, из руки? Да. Давай пойдем проверим, что такое динамясо. Да ладно, чё, конечно, пованивает, это же Дина мясо. У тебя чувак говорит, пованивает немного. О. Короче, куда-то... Они бегут на это Дина мясо. По-моему. Или мне казалось. Нет, нет, нет. Нет? По-моему, нет. Дайте вам Дина мясо. Ты тоже Дину мясом кидаешься? Чё ты странная граната? Чё толку от неё? О, да! Он берет и бьет по Дину мясу. Иди сюда. Вот это звоночек, надо выполнить звоночек. Как меня достал этот сизанутый город! Ой. Давай, где этот крепкий парень? Поехали на нашу тачку. Как у нас крутая машина осталась, да. Сейчас поедем. Лос-Пердидос. Так. Чё у нас здесь? Она какая-то вообще странная. Вся фейерверочная. Только ты из нее почему-то не можешь стрелять. Да, я вот нажимаю все... Ага, я выпал. Я нажимал все кнопки. Сейчас залезу. Нажимал все кнопки и пытался стрельнуть. Ты ж не залез? Нет. Чё, залез. Тут не проедем. А дальше куда нам? Ага, дальше преграда направо. Такая мясорубка. Он просто их давит. И они улетают. И взрываются от фейерверка. Так. Так. И опять вступил, и опять вылетел.
Нам пешком надо идти. Пойдем. Никак не забраться. Это конец, тем более, он говорит. А, тут закрыто. Что-то еще рванет. Ё-моё. А здесь можно пройти? Ой, я пропал. Это же стартовая локация, где гараж у нас был. Голодный мужик глазеет на зомби. Вон, 100 метров осталось. Голодный мужик глазеет на зомби. Это он про нас, наверное, нет? А я уже в одежде. В более-менешной. Хорхе. Мы идем к Хорхе. Хорхе. Да, что нам интересно? Которого спасти надо, что ли, да? Мой чувак говорит тебе, что я даже не был уверен, что получится. Поехали. К Хорхе. Да, я бегу, бегу. Это была ваша тележка? Он говорит про тележку. Моя тележка! Там такая тележка угарная. Там повар Хорхе. Ты повезли, чувак. Да ладно вам, сэр. Это же просто тележка с хот-догами. Просто тележка с хот-догами? Сеньор, тут столько голодных ртов, а я подвёл. Сеньор Помидор. Ну всё, теперь надо искать что-то, да, ему? Говорит с Хорхе. Отважное поприще вы себе избрали. Может, мы вам другую тележку найдём? Что, сейчас тележку надо искать тележку. У нас не просто тележка. У нас мастерски приготовленное мясо. Угораете, что ли? Я ни разу не ел. Отстань. Эй, Ник, в том большом поместье около Биг Бак Сансет. Я не понял, что надо забрать-то у него. Да ничего, тележку надо найти, видишь, он говорит. Сеньор. Тележку? Так. Я нашел нам новое задание. Очень интересное. Ты просил босса? Он появился. Да. Знаешь, где он появился? Где нужно было приносить троих мужиков. Поехали. А, там, да, я понял. Но мы, ага, что-то, но погнали. Мы что-то не выполнили миссию-то эту. И там сейчас будет заварушка какая-то. Ехать, правда, будет тоже нормально. Так, а мы с этим автобусом ничего же не можем соединить? Нет, нет, нет. Пока с этим нет. Только с драконом. Драконе, ага. Да. Ё-моё, зато он вроде как неплохо давит этих... Футболистов всяких. Да. Ё-моё. Садаживаемся в такой же, нет? Нет, доедем. Нам сейчас на эту развилку, потому что оттуда я ездить не умею, не знаю, как мы там на кладбище тогда искали полгода. Сваливай давай! Так и нашли проезд. В гору. Опять зомби, так что... Не дал мне повернуть нормально. Так вот. Цельский разворот. И называется эта миссия «Смотреть виллу». Как там раньше писали, там порно этот... магазин или там йога. У меня вот осмотреть бассейн. Да, здесь как-то загадочно. Нет, здесь осмотреть виллу. Красным она светится. Типа, а, вижу, да. Красный — это мини-босс. Оружия у меня нету вообще. У меня то, что... О, давай спасем их, потому что с них это... ППшек нормально дают. Смотри, здесь и Хорхе каким-то образом. Мы все что-то должны были сделать, что ли? Куда-то отвезти Хорхе нашего? Да нет, нет. Нет, а ты когда выходишь из машины, он появляется рядом. Да? Да, да, да. Ну, он же к нам не влазит. Его, значит, надо было куда-то довезти. Ну ладно, потом довезем. Отойдите от моей машины! Да мы и так помогаем. Пора отсюда выбираться. Ой-ой-ой-ой-ой. Дробота. Ой-ой-ой, я привожу в подарки. Привез. Подарки. Ты не очень так трафик. Опять рванет что-то. Там Хорхе бьет, что ли? Так, нам... Во, видишь, сколько дали? Ой, нам надо теперь пешком идти. И все, и побежал, Лего. Либо найти... Да встань, да. Ого. Дико как-то получилось с ней. Так, машина есть, ну? Нормально, я тут разрубил.
Че, неужели здесь тачки нигде нету? О, нашел. Нашел? Да. Все, я уже рядом. А, Хорхе сел. И что, не сядешь, что ли? Жопа! Нет. И говорит, жопа. Давай тогда я слезу, и ты сядешь, успеешь, надеюсь. Все, я сел, давай садись. Я тоже сел. Все, пока, Хорхе. А Хорхе там разберется сам. Короче, мы потеряем Хорхе. Так, мы туда едем-то хоть? Да, все нормально. Вот Хорхе хитрый чувак. Копался как в бане. Подвиньтесь, давай, двигайтесь. Двигайтесь из жирной задницы. Из Хорхе. Да, легковато получается. А чё, здесь беда? Там лестница справа. Да, я могу сказать, что нифига себе Хорхе бегает, он же... Ой-ой-ой, выходить надо. И бежать. Бежать как только можешь. По тапкам. У него пол хп отлетело. Убить зомби вокруг Трейси. У тебя? Да, где Трейси-то? Я не вижу, что ты. Вон справа Трейси. Давай спасем. Заодно поесть надо. О, не нашел. Потато. Какого? Трейси. Он говорит, мне нужно чем-то убивать. Помогите, я... О, этот повод, что ли? Да, да, да. Все, мы спасли Трейси, погнали. Погнали туда. 200 метров. Так, у меня новый уровень. Да? 20-ка? Да. Сейчас там нет, дойдем. 19-ка. До двери дойдем и забудем новый уровень. Вот они жесткие. 180 метров. До нашей виллы. Все, отстаньте. Отстаньте. Ты бегаешь быстро, да. А я бег-то не учил, по-моему. Кстати, надо бег хочу, точно. Хотя уже скоро конец игры. Но я ближний бой. Нормально. Ты уже измотан. Ты меня толкнул и говоришь, ты уже измотан. Во, я знаю, что надо делать. А что он на нее? Во. Если что, сзади поможешь мне? Или меня бьют сзади. Я нашел джип. Какой джип? Мы уже пришли. Ну, чтоб помочь тебе сзади. Понятно. И Хорхе кричит, что вы делаете? Не видишь, я хочу. Все. Газонкосилочкой? Да, все, закончилось газонкосилочкой. 90 метров. Да отстаньте вы, блин. Так, вот здесь нам нужно наверх забраться. Возле этой стройки, я так понял. И здесь опасные дороги. Вот эти здоровенные, да, дядьки. Ну не разочаровывайся во мне, с кем-то разговаривай. Опять с той бабулей, что ли? Надеюсь, ее-то опять не будет. Тогда я разочаруюсь в одинаковых миссиях. Так, нам нужно... О, я на всякий случай бензопилу возьму. Давай. И металлическую битву. Все. Так. Тут надо будет, там надо будет прыгать на стенке. И попадешь. Вижу. Хорхе тоже тут прыгает. Хорхе тоже прыгает, да? А, нам нужен ты. Да, я почти прибежал уже. Давай. Я оружие собирал. Все. А то без оружия совсем. Я тоже. А, ты что-то не собираешь? Большая арена такая. Ну это какой-то... Доставки? Вы в порядке? А это не тот бандит, главарь. Нет, не похож. Батареек, пунктов и немного чипсов. Я ищу ключ от арсенала. Мне сказали, он у тебя. Там нашествие зомби, а ты ни сном, ни духом об этом. Где-то он тут был. Такая цепка, нормально у него. Да, какой-то круглый помидор.
Очень-очень. Круглый круг. Мне нужен этот ключ. В арсенале у меня нос хоть теперь нормальный, как у меня. Больной. Какой-то зажравшийся старичок в очках. С пультом и чипсами. Батарейки. Мы еще пойдем батарейки искать. Ага, батарейки. Ой. Вон тут что. Самолетики тут. Классно. Тут просто самолетики. Осмотреть виллу. Я понял. Осмотреть виллу. Ничего, у меня еще есть. А он говорит, у него еще есть. Смотри, здесь дверь закрыта, нужно ключ искать. Ты небось думал, что меня нашел. Найти Тедди. Холодно, как на поле. А, я по всему дому. Это мне как-то больно. Чтобы найти этого Тедди, что надо делать-то? Здесь нажимать надо. Тут что, тут везде эти вертолетики. Это хитро. И они как-то очень больно бьют. А чё красным здесь показывают, где я стою? Чё надо делать? Не понимаю. Не, значит, не этот. Бегай во все красные, которые надо. Будет синяк. Так вот, пробуй нажимать что-нибудь там. Нам нужно искать комнату, я так понял. Он так говорит, ну, да, так да. Говорит паршиво вообще. Перевели. Почему прикольно. Ты до сих пор живой? Какой нудный голос у него, просто жесть. Здесь, кстати, мотор... Я давай так? Смотрю. Я сейчас смотрю второй этаж. Я первый. А, опять не то. Борода. Другой пошел в первый этаж. А тут нажимать надо? Или ломать их как-то, нет? Кстати, точно, ломать надо. Да, все, я сломал. Ой, я... Алло. Да? Ломать надо, да. Эти пульты надо ломать. Все, два сломал. Чего то обратно, у него электричество сажается. Так, а на втором этаже осталась одна штука. Да. А Хорхе, по-моему, сейчас умрет. Вообще пофиг с этим Хорхе. Сейчас вы... Что, открыли? Ага. Что случилось? А, дальше бежать куда-то надо. Надо вниз бежать к психопату, к этому, да. Блин, эти вертолеты слишком сильно жарят. Я даже не хочу их трогать. Вот он. Нет, такой легкий. Мне больно. Может, он превратится в кого-нибудь ради интереса? Или он прикалывается? Все? Да он, наверное, прикалывался. Да он коры, наверное, мочит. Нет. А чё, вдвоем вообще легкая миссия, один там бегает, другой там. Ну да. Малополезный. Мы взяли арсенал. А где арсенал-то? Вот зелененькая. А, нет. Заработали 2 очка атрибута, надо качнуть. Вот, что там, ключ от арсенала, вот этот, наверное, нет? Открыл, да? Нет. Ключ от двери арсенала. Ключ от двери арсенала полицейского участка. Ну-ка, а где полицейский участок здесь? Давай-ка вот в этот сходим. Сейчас я метку поставлю. Мне почему-то кажется, это оно. Пойдем. Ну, пойдем. 100 метров здесь. Далеко. Забеги. Уже 70. Только как выбежать-то отсюда? А можно вот здесь вот спуститься. Он туда, по лестнице вниз. И этого, и повар живой. И повар в порядке. Опа-на, здесь какой-то... Он бы кофейка бы выпал бы. Здесь мертвый черт... Мощный чертеж. Беру. С игрушками. Давай, сделай. Комбинейшн делаю. Драконий кулак. Веселуха. И что он делает? Ого! Разве можно так с людьми? Ну! Ничего себе! Вот это я драю. Нормально тогда. Кой. Кулак. Вот же был. Ой-ой-ой.
Юки, он еще звучит. Блин. Драконий кулачок. Так, нам осталось 80 метров. Погнали. Погнали, погнали, я рядом сзади. Ты меня бесишь! Ай! 49 метров. Подожди, а где есть полицейский участок? А, это звезда, это нифига не полицейский. Вот наверху нет, где-то тут. Подожди, вот это, наверное, что ли? Ну-ка, вот сюда, вот рядом. 30 метров. Туда вот надо пробраться, вот так вот. Хоп, хоп. И все будет в порядке, наверное. Keep out. Вот, видишь, что-то светится. Типа звездочка. Или это какая-то тоже задание, типа. Вижу, вижу, да, наверх надо как-то забраться, наверное. Я вот на грузовик-то попал. И что здесь будет, интересно мне знать. В дом залез. В доме есть кальян, ноутбук. А, это статуэтка, блин, Фрэнк. Это статуэтки желтые штуки. Так что это немножко не то. Кулаки это... у тебя классные, да? Да, кулаки заряжают. Слушай. Ну давай, за, отведенное время. Давай вниз за отведенное время, погнали. Валим, 75 зомби. Я думаю, мы сможем это сделать. 71 осталось, считай. Пошла жара. Уже бронзу заработали. А где там куча? Чума зомби. 6 осталось до серебра. Кончились у меня эти. Одна. Ну вот, у меня кончились супер эти штуки. 23, 10 секунд. Ну 20. Наверное, не успею. Не успели, по-моему, да. Ну и ладно. Хотя бы смотри, сколько ПП дает. Половину, хоп. Пока сейчас умру, по-моему. Да. Не умирай, я еду к тебе. Я могу истечь кровью и с тобой появиться. А нет. На, ну давай. У тебя еды-то нету. Ну да. Тут их что-то слишком много. Я уже у тебя в машине, наверное, сейчас буду. Да, в тачке. Так, знаешь, куда поехали? Из виллы там выезжаем. Там две тачки осмотреть классные. Осмотреть охрану, осмотреть магазин одежды, осмотреть бутик, а где? А во. Ну давай, я тогда сяду. А я и так сижу. О, погоди, тут можно скомбинировать. Чё? Давай. Купить категорию. Можно было скомбинировать их, но у нас, увы, категория не куплена. А как где, купить категорию? Где? А чё скомбинировать? У меня, может, есть категория? Это я учил какую-то. Ну вот F нажимаешь, держишь. Какую F? Должно у меня, блин, джойстик? Должно быть, Ронда уже совсем разобралась. Ну, на джойстике F нажимаешь. Какую F? Чё надо нажать-то? По-русски. Ну, как что? Это? Инвентарь. Как, где ты скиллы качаешь, а, наверное, ну, там. Ну, и чё там? Рецепт и чего? Тут надо чертежи машин. Так. Ну, вот у меня, видишь, они светятся белым, то есть их можно скомбинировать. Вот у меня написано, не сочетается, надо купить категорию. Где покупать категорию, непонятно. Как называется чертеж машины, ты самой? Да, не написано. Я не понимаю, короче, про что ты. Ты трудный. У меня куплена категория, комбо-категория, двухколесные мотики. А про что ты там, я не понимаю. Ну, в общем, тут вот можно было спортивную машину эту совместить с этим маслкар. А почему я ее не вижу-то? А вот она появилась, блин. А где маслкар? Это две машины можно было совместить. Сядь. Ладно, поехали. Сядь на нее, маслкар. А у меня поедем есть? Только. А, у меня нет все равно очков. Ладно, поехали.
Так, едем мы прямо. Едем мы вот так вот. Вот так вот едем. Маскл-кары. Я чувствую, моей машины не намного хватит. Черт, я тоже далеко не уехал. Но я еще еду даже. Не, я не еду, я сейчас вот вижу другую машину, сейчас я догоню. Кстати, она отремонтировала машину, но не знаю, успеем ли мы. Говорит, пройдите процедуру вживления чипа. Не, я про Ронду имею в виду. Допрыгнул. Второй раз допрыгнул. А нам куда? Так на этом по мосту прыгаешь? Да. Че, к Ронде поедем, что ли? Миссию выполним? Ну, давай, да. Так. Давай по миссии. Блин, мы успеваем, что ли? Точнее, что именно смотреть бассейн? Тут пешком надо. Тут опять. Вот эти... я тут тоже уже пешком прохожу. Тут их очень много. Подвиньтесь. Тут что-то очень, да. Я немножко в другом месте, относительно рядом. По параллельной дороге, считай. Что-то их тут целая толпа. Ну я пробежал. Несчастные уродцы. А, я понял, куда все. Немножко сокращу. Сократить расстояние надо. Ну садись ты в тачку, блин. Оп. И что, я здесь проеду? Нет? Здесь надо прямо. Наверное. А может и нет. А может и нет. Я в таком месте, где нет вообще ни одной машины. Я тоже сейчас искал полгода, блин. Нашел эту гонялку. Нет, тут вообще пока не вижу. Не фартит тебе. А, Леша не фартит. Я тут на быстрый давлю нормально. Ну как нормально, пойдет. О, джипчик нашел. Все отлично. Так. Едем. Главное не загореться. Едем. Едем. Едем, осталось чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну здесь. Отвяй! На спорткаре. Сейчас, сейчас разорвется сейчас. Сейчас будет. Да, спорткар какие-то ненадежные. Сейчас блин. Будет бах. В этом плане. Тут еще зомби сами себя стреляют нечаянно. Нечаянно. Чуть-чуть нечаянно. Чуть-чуть нечаянно. Ай-яй-яй-яй.